тратить время на прелиминарии, и я просто скажу буквально два слова. Мы продолжаем наш онлайн-семинар, который сегодня посвящен политикам прикосновений. Это сюжет, предложенный нам Эдуардом Наточем, нашим хорошим другом. Леной Петровской предложенной. Нет, нет, нет. Ты сформулировал тему «Политики прикосновений. Археология субъекта в эпоху ковида», в эпоху пандемии, то бишь. И мы очень рады услышать соображения Эдуарда на эту тему. Напомню вам, хотя вы все, конечно, это хорошо знаете, но это для тех слушателей, которые будут у нас потом, которые будут слушать нашу запись. Итак, напомню вам о том, что Эдуард Наточий, доктор литературоведения Лозаннского университета, maître assistant секции славистики, как он себя представляет, по крайней мере, в нашем журнале. А наш журнал – это «Синий диван». И еще одну фразу я добавлю, а именно скажу вам о том, что мы планируем следующий номер как номер экспериментальный. И я очень рада, что сегодня к нам присоединились многие из наших будущих авторов. И это будет словарь понятий, которые обозначают некоторые изменения, происходящие в мире, не обязательно вследствие пандемии, но, можно так сказать, усиленные пандемии. Это касается телесных практик, но не только. И вот первой ласточкой, не побоюсь этого штампа, на этом амбициозном пути у нас как раз и оказался наш дорогой Эдик, наш дорогой Эдуард. Поэтому, without further ado, даю слово долгожданное Эдуарду Наточу. Спасибо, Эдик. Сейчас. Извините. Так, окей. Вот. Ну, вообще, я себя чувствую совершенно в состоянии полной катастрофы, потому что я не ощущаю себя готовым ответить. Я, конечно, сам виноват. Лена Петровская предложила выступить, и вместо того, чтобы не быть авантюристом, высказать на тему, которую я знаю, ну, как положено современным философам, я выскажусь на тему, про которую я ничего не понимаю. Я никогда не занимался философией здоровья, и я не являюсь специалистом по средневековой философии. Платон говорил, что он изгонять будет из своего государства поэтов. Но сегодня, после Сокала и как его второго, Брикмана, да, он бы, наверное, изгнал скорее философов, потому что философам сейчас свойственно, как правило, говорить, чего они не понимают. Я буду говорить о том, чего я не понимаю. Сразу предупреждаю. Я не готов выступать совершенно. То есть мне еще нужно месяц подготовки вообще, куча книг, которые я только начал читать. Но я надеюсь, что, может быть, я что-то такое намечу, какие-то путеводные вехи на какой-то из линий метро, как выразился бы Ален Делибера, а другие люди меня покритикуют и что-нибудь скажут умное. А я послушаю. И, может быть, наконец чему-то научусь. Ну вот, о чем я хочу говорить. Я... Как бы есть тема, которая нас всех волнует, в принципе. Наш происходящий момент. Вот. И меня она тоже волнует. И, в общем, я над ним думаю много, и что-то там читаю. Вот. И как бы так как примерно как Патрик Бушрон недавно выступил. Он сказал, что он прерывает свои лекции, которые он должен читать на Коллеж де Франс, и что как бы, ответственность философа заставляет его говорить о происходящем. Ну вот, я попробую сказать о происходящем, хотя, конечно, я далеко не Патрик Бушрон. Патрик Бушрон будет в следующем году читать большой курс о черной чуме, средневековье и чума. Это, наверное, будет... Он человек профессиональный, а я нет. И я хочу немножко связать две темы. Я хочу связать, с одной стороны, дорогую мне, благодаря Алену Делибера, тему о Верейской революции, и, с другой стороны, переживаемую нами пандемию. Это чисто экспериментальный демарш. Я тут слушал, прослушал на днях годовой давности выступления о
о Вероисе, о двух субъектах Авероиса. Вот, и там Олег сказал, что я фанат Авероиса. Нет, я фанат Алена де Любера. Ален де Любера, к сожалению, как явствует, например, из этого выступления, специалистки по Авероису, она ни слова не упомянула, ни Ален Либера, ни его ходы. Он мало и почему-то известен, он не переведен на английский язык, он не переведен на русский язык. Он начал с некоторых пор, ну, уже это много лет, на сегодняшний день, 15, проект археологии субъекта. С 2014 года он читал лекции в Коллеж де Франс, которые все вы можете послушать. Три первых года этих лекций переведены в бумагу. То есть два уже переведены совсем, а третий должен был выйти в апреле, но пока не вышел, он скоро выйдет. И три последних года не переведены в бумагу, вот я их внимательно слушал последние месяцы, был под большим впечатлением, он рассказывает о деструкции, деструкции. Иначе говоря, он восстанавливает линию от Хайдеггера к Фуко. Показывает, что Фуко продолжает деконструкцию, это меня очень впечатлило, хайдеггерианскую. Полез в архивы, нашел конспекты Фуко Хайдеггера, молодого Фуко. Ну и много там другое разбирает. Но все это, он специалист по Средневековью, знаменит. Большой специалист по Средневековью. Средневековый философ, медиевисты, естественно, его критикуют за его проект. У него амбициозный проект. Он хочет продолжить проект археологии субъекта Фуко. Он говорит, что звенящая пустота у Фуко имеется на месте Средневековья. Почему? Хайдеггер упоминает Средневековье, естественно. Он даже защитил диссертацию по Дунсу Скоту. Хотя на самом деле трактат, который он считал Дунса Скотта, не трактат Дунса Скотта, и, в общем, это головная боль, как он выражается, медиевистов, потому что непонятно, что с этим делать. Ну, что-то он знал, но, в общем, понятно. Это были полуфантастические сведения еще о Средневековье. Но, тем не менее, он, конечно, что-то об этом представил. А Фуко просто вообще практически не упоминает Средневековье. Может быть, несколько слов за всю свою жизнь сказал про него. Ну, кроме Алена де Любера, я еще стал слушать последний год лекции Патрика Бушрона, который рассказывает о политической философии Средневековья. В общем, конечно, все это производит большое впечатление, можно сказать. Как бы открывается целая эпоха, наиболее интересная эпоха. До сих пор считал греков наиболее интересная эпоха. На самом деле Средневековье интереснее. Это огромная лаборатория для нашего будущего. Ну вот, и, конечно, проект, который развивает Ален де Любера, связанный с Авероисской революцией, он меня сильно впечатлил. Я пытаюсь его применять там и здесь. Вот я написал статью, применив его к спору Ильенкова с Дубровским и к археологии спора Богданова с Лениным. Ну, статьей я сильно недоволен. В общем, я считаю, что это слабо, то, что я там написал. Сейчас бы я написал иначе уже. Немножко больше себя представляю. Но, конечно, еще надо многое изучать. Ну вот. При этом я же не специалист по Средневековью. Ну, в общем, я пытаюсь, конечно, читать там Авероиса, но я не читаю ни по латыни, ни по-гречески, ни по-арабски. И, в общем, читал я все это. Это огромная работа все это читать. Тысячи разнообразных трактатов, это отдельный мир в себе. Ну вот, как бы преудомление. Не надо бить меня ногами. Я пытаюсь о чем-то думать. Итак, начну я с чего-то другого. Не, конечно, не с Авероисской революции, а надо здесь попробовать вести. А начну я с проблемы и эпидемии и здоровья. Понятие эпидемии существовало в древности. Не сохранился, но был написан в 7 книгах трактат. Эпидемия назывался в рамках Гиппократова корпуса. Ну, одним из последователей как бы мифологического Гиппократа. Был ли Гиппократ, никогда мы не знаем, это не важно. Но эпидемией в древности понималось нечто, не то, что мы его понимаем. Понятия вирусов не было.
эпидемии были циклические изменения массового здоровья, индивидуального здоровья в связи с изменением климата. То есть существует целого гиппократова, как бы сказать, я не хочу употреблять слово эпистема, потому что это не эпистема. Это знание не об общих местах, а скорее о проявлениях, о сиютных местах, не о вечных, не о понятийных. То, что входит в сторону медицины. Поэтому это не эпистеме, конечно, была для древних. Но гиппократова идея – это идея не наказания. Сейчас часто рассказывают о том, что вот у древних была идея наказания Богом человека за болезнью, за какие-то грехи. Нет, у греков такого не было. Гиппократ ввел понятие тела, которое лечилось как тело. Но что было интересно, это тело относилось, имело в отношениях с окружающей средой. Эта окружающая среда имела отношение с телом и как бы влияла на него. Понятие миазмов, воздуха, диетика, которая связана с телом и так далее, и тому подобное. Здесь как бы среда оказывала влияние на тело. И само тело, собственно говоря, было сочетанием гуморов, четырех гуморов, в общем, рассматривалось, у них не было представления о крови как основе организма, было представление о четырех жидкостях. И тело как бы являлось само таким машиной, включенной, что ли, если можно так сказать, в здоровье, в воспроизводство здоровья. Здоровье ими понималось как bien-être, как бы это сказать по-русски, благая жизнь, наверное. Это одна, и она идет, она доходит до практически до наших времен, во всяком случае, там еще Кабанис какой-нибудь, или Фурье, если вспомнить. Они еще практикуют эту теорию миазмов, теорию человека, который должен жить в 19 веке, там, поехать на воды и так далее, и так далее. Это все большая гиппократова парадигма отношения человека и здоровья. Эпидемии здесь вот в этом контексте, понимаете? В контексте циркуляции инвирментальной среды. С другой стороны, с 20 века, появилась еще другая парадигма здоровья. Она связана прежде всего с Куртом Гольдштейном, немецким теоретиком здоровья, который посмотрел, он занимался солдатами. В то время представляли человека в начале 20 века как фактически как машину, как физиологические проблемы, как набор физиологических проблем. Он стал, как бы произвел революцию целую в этом отношении, в отношении нормы и здоровья. Он понятие нормализации как бы человека, там, больного своими неврозами, полученными на войне, с ранениями и прочее, стал рассматривать как человека, реализуемого в среде. Он развил два понятия – ангст и фурхт. Ангст – это безотчетный страх. И это то, что делает человека больным. То есть это страх, при котором человек не находит отношений с средой. Фурхт – это конкретный страх. Страх какого-то конкретного вещи, которым можно работать. Его задача была перевести ангст в фурхт. Безотчетный страх – страх контролируемый. И тогда человек может жить. То есть здоровье для него стало относительной нормой. Это способом включения человека в среду. И отсюда проистекла другая как бы парадигма, может быть, даже можно уже говорить эпистема, я не знаю. Отношений нормы и патологии, и отсюда здоровье. Ее развивал прежде всего Кангием со своим понятием медицинской нормы и Мерлопонти. По-разному ее развивали, конечно. Но у них человек предшествует в этом смысле среде. Как бы он является, он сам создает свою собственную избирательную среду. Это немножко другой способ отношения человека и среды в этом социальном контексте. Вот как бы большая, это есть такая книга Мари Гай,
Она называется «Santé environnement». В общем, такой известный специалист о понятии о эпистемологии здоровья. У него Макиавелли есть книжка медицинская. Как бы парадигма у Макиавелли и так далее, и так далее. Вот как бы большая, как бы контекст отношения человека и среды в рамках современной теории, в которой человек свою норму, у него нет абсолютной нормы. То есть обе эти теории критикуют абсолютную норму. Так или иначе, они связаны, определяются от среды. И сегодняшние, конечно, проблемы, они оживляют, связанные с вирусом, в котором мы должны приспосабливать себя к некоторой конкретной среде нашего обитания. Вот об этом можно, мол, долго говорить. Я буду намечать какие-то вехи. Это невозможно, иначе я просто не успею ничего сказать. Теперь следующий ход, который я сделаю, будут разрывы. Сразу предупреждаю. Мысли много у меня не продумано еще. Это Нанси. Существует сейчас большая дискуссия, я думаю, все вы на нее смотрели, между Агамбеном и Нанси. Агамбен, с одной стороны, он вообще, на мое удивление, он как бы не применяет своего набора понятий практически к происходящему. У него такой алармический катастрофизм, что все пропало, университеты закрываются, власть нас подавляет. И вообще мы идем к торжеству полному концлагеря, биополитики и так далее, и так далее. И надо, он отрицает. Ну, вначале он вообще отрицал. Он говорил, ну это же не страшнее гриппа. Вот. И надо все вернуть, и как бы то, что такое. Что происходит? Так. Второе, позиция это Нанси. Позиция Нанси – это позиция как бумеренная. Он говорит, что, знаете, позиция Агамбена – это позиция старого технического алармизма в немецком стиле, когда все боятся техники и так далее, и так далее. И 20-30 лет назад он мне говорил, не надо пересаживать сердце. Если бы я его послушался, то я бы был сегодня мертв. Но он, правда, конечно, иронически добавляет, что, ну, с другой стороны, в общем, хорошо ли, что я жив и еще много написал, это открытый вопрос. На него я ответить не могу. Но факт заключается в том, что критика техники у Агамбена крайне сомнительный посыл. Но надо сказать, что кроме этого Нанси отрицает понятие биополитики у Фуко. Он говорит, что смысла в этом понятии нет. Есть понятие просто техники, которое на нас влияет. Да, с техникой есть проблемы. Но говорит, я не вижу ничего особенного ни в происходящем. Есть проблема, как нам управлять техникой. Только и всего. Да, говорит, конечно, мы сейчас находимся в какой-то особой ситуации. Но говорит, мои общения с медиком обычные, они устроены точно так же. Медик рассматривает мир статистически. Я могу добавить, что если ты приходишь к медику, это и мой собственный опыт, действительно. Абсолютно нормальная ситуация, он тебя смотрит и говорит, да, вы имеете такой возраст, проблема, с которой обращаемся, она, у нее такая-то статистическая вероятность смерти. Если она маленькая, то даже не надо ей заниматься. Если, например, вы обращаетесь к простате, то рак простаты – это очень медленно развивающееся заболевание, это меня поразило. И даже если у вас будет рак, то вы от него умрете с меньшей вероятностью, чем вас собьет машина. Это ничем не отличается как аргументация от аргументации сегодняшних даже противников или сторонников о статистических данных опасности ковида. То есть ничего особенного в этом нет. Но у Нанси есть своя собственная теория телесности. Недавно Такис Цайт, он на немецком языке, он дал интересное интервью, к сожалению, его нет на французском, где он как бы развивает свою концепцию экспозисьон.
Экспозицион — это игра словами, поэта — кожа. Это выставление кожи. Он как бы человек прикосновения и кожи. И главное, что у нас есть, это кожа. И наше тело сводится к душе. Это тождественные вещи. Мы общаемся через наше прикосновение. Наш эротизм, реализуемый через прикосновение кожи, он является основой нашего общения. Вот здесь у меня развивается целая большая философия, нет смысла ее пересказывать. Интересно, что он отрицает, и я с удивлением узнал, начал читать его одну из недавних книг, отрицает дуализм Декарта. Он говорит, нет, это просто учебное понятие. У Декарта, у него существует полное единство, монизм мира. Он как бы такой поэт монизма мира, поэт гелозаизма. Потому что от Декарта он быстро переходит к Спинозе и говорит, вот есть как бы имманентный единый мир, реализуемый через кожу. Как абсолютное внешнее, но, в общем, нет времени это восстанавливать. Дальше. Только намечаем. Следующий вопрос, следующая веха, которую я бы наметил, это в этой дискуссии возникло. Многие, она переведена на английский язык, я не знаю, видели ли вы это. В основном она итальянская, но там есть и индийские философы. И один индийский философ, очень интересно, Шай Махан, задает интересный вопрос. Окей, вы хотите вернуться к нормальному состоянию. Но какое состояние вы считаете нормальным? Какое ощущение, какое состояние Агамбен, который нас как бы алармирует о существующем мире, считает состоянием, к которому мы должны вернуться? Он здесь вводит, вспоминает понятие кармана, которое применил в одном из своих последних работ Агамбен, и отсылает Ганди. Ганди обратился, по-моему, Бубер, не помню, кто обратился, и попросил его вмешаться и сказать слово об истреблении евреев нацистами. А Ганди сказал, вы знаете, жизнь не важна. Есть вещи важнее жизни, и главное – это то, что мы нарушили отношения с природой, и надо вернуться как бы к природному состоянию мира. Вот как бы основа философии не насилия, там много всякого возникает впоследствии этого. То есть возникает понятие незараженной природы в таком возврате. И оно есть у Агамбена, который в кармане, он немножко там более сложная концепция. Там между карманом и действием вводит концепцию как бы жеста, который должен как воля, как действие, которое должно их примирить и так далее, и так далее. Но есть понятие незараженной природы, неконтаминированной природы. Иммунизированной природы. Иммунизированной от как бы от насилия современного мира. Вот состояние, к которому мы должны вернуться. Это старая тема возврата к порядку. Утопия возврата в идиллическое состояние единства с природой. Это состояние пропагандируют зеленые. Это состояние пропагандировал Хайдеггер. Для него нужно было вернуться к как бы, десократическому миру. В общем, есть это большое движение. Вот здесь начинается мой ход. То есть, не мой ход. Ход к кавераистам. Это ход идет от Хайдеггера. Да? Мы все знаем, помним знаменитое Кера, поворот у Хайдеггера, когда Хайдеггер в 30-е годы бросил проект бытия и времени, бросил антропологический проект, в котором нужно было дописать часть времени, и перешел к другому проекту. К проекту, в котором бытие превосходит человека. Бытие важнее человека. В рамках его была написана статья о сущности истины. Вархайт. Это часть одного из его курсов 30-х годов. И он занялся Ницше. И этот проект стал известен после войны.
когда был опубликован фон Резенфон Вархайт, письмо о гуманизме. Либера начинает с этого свое размышление о деконструкции деконструкции. Или просто о природе деконструкции. Он показывает, как разделились между собой французские философы в понимании того, что делает Хайдеггер. Кто-то не принял, Кангием не принял, например, нового Хайдеггера после поворота. Хайдеггер, отказавшегося от проекта человека. А другие люди приняли, вот как и Ипполит принял, и Фуко для него начинается вот в этом отказе. Он начинается от него, от проекта сущности истины, от нового проекта бытия и от письма о гуманизме. Он это показывает на конспектах Фуко. Это многое, кстати, проясняет в проекте, в последующих проектах Фуко. В его рассказе о том, как появляется человек, исчезает человек, действительно теперь понятно, что это продолжение того, что делает Хайдеггер. Что говорит Хайдеггер? И в чем ему следует либера? У нас есть некоторая традиция нашей новой европейской метафизики. Традиция субъекта. Традиция субъекта-агента. Субъекта как ипокаймена всех своих атрибутов. Как центральный пункт, на котором собирается мир. Этот субъект на самом деле не человек, он превосходит человека. Но Хайдеггер, я напоминаю вам, вообще все это вы знаете, критикует этот проект, и он говорит, надо этот проект подвергнуть деструкции. Надо найти, откуда этот проект исходит. Найти его традицию. И дать новую традицию, традиция традиции, которая бы вышла за пределы этого проекта традиции и создала новую традицию. Это есть его кера. Он создает новую генеалогию новоевропейскому человеку и, ну, как бы, генеалогию субъекта и показывает, где свершилось грехопадение, где мир был заражен. Для него мир был заражен, потерял свою, как бы, чистоту в афинской школе у Платона и Аристотеля. И нужно вернуться к досократикам. Италия, там такой проект жизни, в общем-то, поздний Хайдеггер, да, жизни в природе и так далее. Экологический проект Хайдеггера. И вот здесь начинается проект либера. Что делает либера? Он разбирает то, что создал Хайдеггер как традицию традиции, и начинает его разбирать с точки зрения проблем средневековой философии. Он говорит, что не он один, конечно, но он показывает, что Хайдеггер на самом деле зависит от вещей, которые произошли совсем не у Аристотеля и у Платона. Это зависит от вещей, которые случились в средневековье. Прежде всего, конечно, у Фомы Аквинского. Фома Аквинский создал тот проект, основание того проекта бытия. У него это бытие атрибутивизма со звездочкой, если вы хотите, у либера, при котором субъект стал агентом, стал центром действия, стал основанием, на которое навешиваются все предикаты бытия. Его Аристотель и его Платон, Хайдеггер, на самом деле мифологические, и они исходят из некоторых созданных традиций. И он эту традицию восстанавливает, либера. Достаточно интересно. Боэций, Порфирий, Александр Афродизиадский. И далее он выходит к своему главному пункту. Это к Аверойсу. Что делает либера? Что он показывает? Не он один, но он наиболее последовательно показал. Проект, который создает Фома Аквинский, которым создается уравнение эссе и как бытия, да, наше представление о бытии, и из него потом, позже, не сразу, возникает понятие субъекта как агента, он возник в ответ на провокацию введения Аверойса в европейскую средневековую философию.
Вероев в начале 12 века стал дико популярен, прежде всего, конечно, в Парижском университете. И достаточно быстро то, что усвоили парижские авиароисты, вошло в конфликт с учением церкви. По многим основаниям, но главным основанием стало их представление о субъекте. Действительно. Об этом у вас рассказывали на семинаре год назад. Рассказывала специалистка по Веройсу, которого переводит. Все равно лучше, чем я его знает. Это теория двух субъектов. Я не знаю, наверное, нет времени, можно показать. У Аристотеля есть несколько разных определений субъекта, то есть субъекта, души. Проблема о душе идет. Как определять душу? На самом деле не субъект. Слово субъект я неправильно говорю. Надо говорить о двух разных определениях души, о структуре души. И эта проблема имеется у самого Аристотеля. Она, концепция Аристотеля двусмысленна. У него есть душа как интеллехия тела, как форма тела в качестве его интеллехии. Это душа чувственная. Душа, которая воспринимает. Душа растительная и, возможно, отчасти животная. И с другой стороны, у него есть первомотор. Тот, который вкладывает в человека его способность думать. Это интеллектуальная часть души. То, что делает из человека теоретикуса. То, что делает, заставляет человека как бы заниматься умозрением. И у Аристотеля, у него двойная проблема, как показывает, она связана между собой. У него с одной стороны в трактате о душе есть разрыв между этой пассивной душой, которая воспринимает, чувственной душой, этой активной душой, которая думает. А с другой стороны, это та же самая проблема, связанная с ней. Это в категориях она существует. Приписываются атрибуты и по Каймену, как бы тому, что они определяют. Или он является тем, от чего эти атрибуты исходят. Это две разные проблемы, но они связаны между собой. И разбирая в курсе о деструкции и деструкции, в этом трехлетнем курсе, в последнем как бы, году, на котором он остановился, Веройскую революцию, он разбирает как бы историю, ведущую от парижского вероизма к Лейбницу, к рождению понятия субъекта как агента, от его как бы демарш. Наверное, нужно показать здесь, как это сделать, показать, где вернуться. Надо вернуться к экрану. А вот. Да. Сейчас я попробую разделить экран и вам показать слайд. У меня есть слайд. Так, а где к ним? А где разделить экран? Где разделить слайды? Я что-то не вижу. Секреты, партисипан, конверсе. А, партажили экран. Живо. Так. Вот. Подождите, это... Да, партажили экран. Видно, да? То, что я говорю. Так. Это дефиниции души. Так, к этому вопросу вернем. Я хочу две вещи показать. Где мои... Что-то я не вижу. Вот. Итак, что такое история эвероизма? Это парадоксальная история. Это история постоянно запрещаемого способа думать. То есть это реактивная история. Его непрерывно, он разбирает историю запрещения. Его запретили в 12, в 13 веке,
это вновь запрещают, возобновляется запрещение в 13 веке, в 14, и каждый раз потихоньку меняются формулировки запрещения. И кончается вообще тема, это очень интересно показывает, что в конце концов между собой в эпоху Декарта уже с двух сторон спорят, в эпоху Утрехтского спора спорят две разные аверейские концепции. И дуализм, и гелозаизм в рамках этой концепции, то есть Декарт дуализм, а его как бы люди церкви с точки зрения гелозаизма пытаются, они оба, аверейзм победил, иначе говоря. Значит, я не успел перевести на французский язык, на русский язык, но я попробую с листа перевести. Итак, то, что запрещено говорить. Так это делается в те времена. 1270 год. Собирается собрание, формулируют какие-то понятия на нем, которые неверны с точки зрения церкви, и затем формулируется, что запрещено говорить. Первое. Нельзя говорить, что интеллект один для всех людей. Второе. Ложным является высказывание, что человек думает. Еще раз. Это для нас странно. Это не церковь говорит, что ложным является высказывание, что человек думает. Это тезис авераистов. Они отрицают, что человек думает. На самом деле это главный пункт, как затем покажет Либера. Они говорят, нет, человек думает. Ваше суждение, что человек не думает, ложное. Человеческая воля желает и выбирается, и выбирает мир посредством необходимости. Это высказывание ложное. Человек свободен. Нет необходимости. Четвертый тезис. Год назад я с удовольствием послушал. Олег Арансон напоминал это суждение. Аверейсты говорят, что то, что происходит среди людей, определяется необходимостью телесных, небесных тел. То есть астрологический мир, мир мыслей и мир человеческой воли – это один и тот же мир. Это высказывание объявляется тоже запрещенным. Запрещено, что мир вечен. Запрещено говорить, что никогда не было первого человека. Запрещено говорить, что душа, которая является формой человеческого тела, умирает с человеком. Мы сейчас вернемся к этому понятию. Восьмое суждение. После смерти душа, будучи отделена от тела, не может быть сожжена в телесном огне. Девятое. Свободный арбитр – это пассивная сила, пассивная энергия, пассивная дюнамис, да, а не активная. То есть то, что человек как бы валит в качестве свободного арбитра, это сила пассивная. Десятое. Бог не знает единичного. Запрещено. Все это запрещено. Одиннадцатое. Бог не знает ничего, кроме себя самого. Запрещено. Двенадцатое. Запрещено думать, что человек, что действия человека не определяются божественным провидением. Бог не может передать бессмертие смертной и телесной реальности. То есть он не может сделать человека бессмертным. Это вообще скандально, потому что понятно. Дальше возникает вопрос о природе Христа. И, наконец, 14-й тезис, он их выделяет. Это очень интересно. Тело Христова, которое было положено и воскресло в могиле,
И тело Христа, распятого на Христе, для них не являются тождественными. Они связаны, но это не одно и то же тело. Ну, далее там об ангелах, ладно. Что интересного в этом суждении? Вообще, если можно долго говорить. Затем второе суждение, которое главным является, в принципе, для Фомы Аквинского, что человек не думает, оно исчезает из этих определений. Остается 14. И далее будут воспроизводить вплоть до 19 века, объявляя вероисту бессмысленностью тезисы, в которых тезис о том, что человек не думает, вошел в тезис о том, что у Христа два разных тела. Это имеет отношение к нашей уже эпидемиологической ситуации. Итак, что имеется в виду под недумающим телом? У нас есть чувственная душа. Эта душа – форма нашего тела. Она его организует. Но эта душа, например, я воспринимаю стену. Стена, она, предположим, бежевая. Он дает нам этот чувственный интеллект, эта чувственная душа, она дает нам знание о том, что душа, что стена бежевая. Это фантазмы. Чувственная душа работает с фантазмами. Это не является отношением истины и лжи. Здесь истины, отношения истины и неистины не существует. Это чисто такое, как сказать, такой поток, который у нас действует. Эта душа не имеет собственной воли. Это как кинематограф, если хотите, существует. Но для авераистов существует еще одна другая душа или интеллект. Это то, что у Авероиса было тем интеллектом, который исходит от первого мотора, то есть как бы тот, который думает. Только этот интеллект, работая с фантазмами, создает как бы суждение логоса, суждение истины и лжи и составляет наше мышление. Вот тезис двух субъектов авероистов, который вызвал скандал. Этот тезис всегда воспринимают таким образом, что как так существует отдельный интеллект, где он существует, что это получается, что существует некоторая сила, которая руководит человеком, она единая, она тоталитарная. Значит, если это в обществе, то все знают обо всех все. Человек не имеет собственной как бы субъективного валения, если хотите. И более того, поскольку Бог как бы стоит за этим, как первый мотор за этим интеллектом, следовательно, а Бог вечен, и он, следовательно, знает будущее, то тогда все знают будущее. Это абсурд. Так будет их опровергать. Либера показывают, что нет, это неверно построенное суждение, что все существенно тоньше у авероистов. С этим интеллектом. Для того, чтобы понять всю тонкость этого суждения, достаточно обратиться, я об этом писал на части, как раз к дискуссии Дубровского и Ильенкова об идеальном. Думает ли мозг или думает человек с помощью мозга? Вся вопрос о сущности человека в марксизме, о социальных формах и так далее, о коллективном мире, о третьем мире Поппера и так далее, это все тот же самый вопрос. Он никуда никогда не девается. Он остается навсегда с нами. Долго, несколько веков пытаются как бы ответить на этот авероистский вызов, этот субъект двух тел, это отношение двух тел или двух душ, пытаются ответить средневековые философы. И постепенно сдаются, надо сказать. Ладно, это придется опустить. Значит, три вопроса возникают в результате этой еврейской революции. Первое.
едина душа или она агрегативна? Что имеется в виду? У Фомы Аквинского интеллектуальная душа и есть душа. Она неразложима далее, и она тождественна телу. У Нанси происходит то же самое. У него душа есть тело, и она неразложима далее. Если душа разложима, она агрегативна, и существует то, что у Аристотеля различается как душа растительная, животная и интеллектуальная душа, то далее возникает вопрос, как с агрегатом, чувственным агрегатом сосредоточен этот, связан этот интеллект отдельно. Понятие агрегативности у них как раз очень, очень обсуждается. Это первый вопрос, связанный с этим. Второй вопрос. Существует одна душа или душ много? То есть, если это душа, которая как бы руководит телом, и которому внешняя интеллектуальная душа, она едина, то как решается вопрос о множественности? Они его решали, этот вопрос. Да, чувственная душа, она множественна. Она необходима. Без нее интеллект ничего не познает. Через чувственные эти души, через эти чувственные фантазмы, потоки чувственных фантазмов, кинематограф. Интеллект смотрит кинематограф чувственных фантазмов, и внутри него это его материал создает думание, создает дискурс, логос создает. Так отвечают более или менее все авероисты. И третий вопрос, един ли интеллект? Внутри себя он как бы имеет структуру, он между людьми распределен, или вот он один на всех. Если один на всех, то где он размещается? Вопрос на самом деле не имеет смысла, потому что вопрос о том, где размещается интеллект, предполагает наше представление о пространстве, ньютоновское. Такого представления о пространстве нет ни у древних, нет ни у средневековых людей. Это просто иначе устроенное представление о порождении пространства, надо сказать. Ну и отсюда две проблемы, отношения, они связаны с умом, тело, mind-body, и душа, тело или soul-body. Не останавливаясь подробно на этом, я замечу, что это можно связать с отношением у Ханны Аренд трех, это ее третичность, да? Как бы человек как работающий, человек как думающий и человек как валящий. В принципе, человек валящий, человек как бы и животный интеллект – это одно и то же. В большой истории философии. А растительный интеллект – это то же самое, что жизнь. Она у нас общая с животными. Это вот человек, который просто работает на заводе, зарабатывает на хлеб у Ханны Аренд, это который трудится. Это же растительный интеллект Аристотеля. То есть узнается. Эта матрица Аристотеля, она узнается, она совсем не пропала никуда. Она не является чем-то наивным, что от нас ушло. Нет. Мы с ней работаем. И теперь еще одну вещь. Сколько я уже говорю времени? 50 минут примерно. Ого. Надо заканчивать. Значит, опускаю ходы, перехожу к двум субъектам. Итак, либерал различает двух субъектов. Мы можем видеть, вот это можно долго говорить о Гоббсе, хотелось бы говорить о его чумном городе, потому что на фронтописе знаменитом Левиафана изображен чумной город, и люди, собранные вместе, удаленные на дистанции от этого города, в одно тело, и Левиафан начинается с этого, он начинается с чумы. В этом теле тело собирает мышление и протяженность в едином теле субъекта. Это не субъект как агент. Это субъект еще старый, тот, с которым согласился бы Аристотель. У Декарта будет, в общем-то, на самом деле этот субъект. Но у него же менс возникает немножко дальше. Настоящий субъект, который является как бы подставкой для всех атрибутов, для действий, которые собирает на себе, как агент, все как бы персональные качества, которому приписывается тело и душа, в котором собираются,
это тот субъект, которого критикует Хайдеггер, это наш субъект, активный субъект, он возникает у Лейбница. В общем-то. Его можно различить у Декарта, но на самом деле у Декарта его нет. Он его называет, он его связывает с ипостасисом. Либера так формулируют движение. От персон к субъекту и обратно к персоне. Персона, мы привыкли видеть персону как лицо, как субъекта. Нет. Персона это то, вот, как, это маска. Это лица, приписываемые сложным образом. Там нет сюпор, который их собирает, какого-то единого активного центра. Затем возникает субъект, он возникает там у Лейбница, он есть в немецком идеализме, все это опознается. И здесь возникает проект человека. Он подробно возникает, как из проекта души возникает проект человека. И затем этот проект начинает распадаться в наше время и на наших глазах. Мы возвращаемся обратно к персоне. Вот как бы большая схема, которую рисует Либера, и которую он еще... У него есть лекция, у него еще есть книги, еще там 5 книг, которые он собирается написать о том, как это происходит. Хайдеггеру и далее к Фуку. Так. Итак, я только назову пункты. Уже надо заканчивать. На самом деле, в общем, я еще много и не рассказал. Потому что я не знаю, как это быстро рассказать, если честно. А ну-ка, подождите, надо вернуться. Вот, вот какие вопросы ставят в результате. Где это есть? Господи. Вот 4 вопроса, на которые существует с тех пор бесчисленное количество комбинаторных ответов. Кто думает? Человек или интеллект? Человек посредством интеллекта. Интеллект посредством человека. Мы, люди, я, эго. Кто является субъектом мышления? Интеллектуальная душа. Интеллект, возможный, материальный, фантазмы, то есть чувственное тело, человеческое тело. Кто мы есть? Кто мы такие? Наша душа, наш интеллект, то, что мы думаем, желаем или действуем, то, что есть в нас как бы принцип нашего наших мыслей, нашего мышления, наших волений или наших действий, то, что есть в нас в качестве нашего субъекта и наших мыслей, наших волений или актов, то, что говорит «я». Да? Это разные ответы. Это целое большое поле ответов. И последний вопрос. Что такое человек? Это душа, его душа, это его как бы анимированное тело вегетативной душой или сенситивной душой. Это некоторая сборка, композитум из тела в предыдущем смысле и интеллекта, который от него отделен. Это конституированное существо, конститутум, который состоит из тела и из акта отдельного интеллекта, интеллигибельности, да? Существо посредством своих оксидантов, посредством случая, как бы с ним случающегося. Я случился человеком. Агрегат. Или существо, которое даровано, которому даровано субстанциальное единство. Например, для Нанси это последнее. Является человеком. Но существует это огромная, как бы сказать, магма вопросов и ответов, которые вращаются по сей день в нашей философии.
Вот как бы наследство Альвейрской революции. Так, надо заканчивать. Что я еще хотел сказать? В принципе, может, как-нибудь в другой раз поговорим. Здесь интересно обсудить вопрос, который почему-то не обсуждает сам Агамбен, а должен. Мы все сидящие дома являемся хомосакерами. Мы сидим в концлагере. У него ответ такой, что мы сидим в концлагере, в домашнем. Но здесь возникает интересная тема, связанная с нолем Метангере. Ну, нет времени, у меня есть даже этот текст, можно было бы его разобрать. Ноль Метангере — это «не трогай меня, не прикасайся ко мне». У Нанси есть интересная книжка на эту тему в рамках его теории прикосновения. Это очень странная история. Мария Магдалина подходит к гробу, в котором Христа уже нет. Прибежали ученики и сказали, что лежат одежды, а Иисус исчез. Она прибегает, смотрит, действительно, могила пустая, стражники спят, камень отодвинут. И тут она оборачивается, и, значит, к ней ангелы говорят: а где он? Говорит: а его больше нет, он уже воскрес. Тут она оборачивается и видит человека. Она говорит: а вы кто? Вы, говорит, садовник, что ли, в этом саду? Она не узнает Иисуса. Он говорит: слушай, я же твой сын, я Иисус. А, ну да, ты Иисус, хорошо. И он говорит: не трогай меня, не прикасайся ко мне, женщина, ноль Метангере, потому что я еще не вошел к своему отцу. Нанси дальше разбирает большую иконографию, связанную с этим нолем Метангере. Она меньше, чем Благовещение, но существует, тем не менее. Как показать, это очень интересно, как разные люди позднего Средневековья и раннего Возрождения рисуют эту ситуацию. Ситуация парадоксальная, потому что в дальнейшем Иисус ходит, и в общем, там Фома неверующий, по-моему, он... Это тоже это дискуссия. Он вкладывает, он говорит: я не поверю, пока не вложу перста в раны Христа. Он вкладывает. Что происходит в этот момент? Почему его нельзя трогать, когда он не вошел к своему отцу? С точки зрения, наверное, Агамбена, Иисус здесь является хомосакер. Ну, с другой половины, потому что хомосакер у него также абсолютно сакральное тело. Но там есть большая интересная с этим связанная проблематика. Я с этой проблематикой связываю проблематику лечения прикосновения. Знаменитую проблематику королей тауматургов. Здесь ход должен быть сделан, это длинный ход. Король лечил прикосновение. К нему подходили люди, он накладывал на них руку, прикасался к ним. С ним ничего не случалось, а к нему там... Люди чуть ли не больные проказом, а они излечились внезапно. Так это описано в источниках. Это был целый настоящий король, святой король. Он в качестве своего королевского тела он излечивает человека. Тело короля двойное. Это Конторович рассказывает. Есть сакральное тело, есть телесное тело короля. Эта проблематика в ней узнается легко. На самом деле аверейская двухсубъектная конструкция человека. Это интересно связать само по себе и вывести отсюда тему прикосновения. Далее можно говорить о биовласти как власти против прикосновения. Не только в нынешних условиях. Да, сегодня нам запрещают прикосновение. Но в принципе вся теория гигиены, вся теория личного тела, тело, которое располагает собой как думающей, как душой, которое считает, что это оно я, в качестве своего эго, в качестве менс, это тело к нему, оно имеет дистанцию безопасности. Его нельзя просто подойти в общественном транспорте и к нему прикоснуться. Отсутствие дистанции безопасности создает, оно сразу фиксируется как архаическое общество. В России, например, по крайней мере, в советское время, сейчас не знаю, дистанция безопасности, в общем, не соблюдалась. А здесь, в принципе, ты не можешь прикоснуться к человеку. Далее здесь можно сделать ход к нацизму. Достаточно интересный. Гитлер – эколог, прежде всего. Что такое еврей для Гитлера? Гитлер
для Гитлера это вирус. Это не живое существо, которое паразит, которое вторгается в здоровое тело, в здоровую природу и разрушает нашу Баварию, нашу Германию и нашу здоровую расу. Это вообще не человек, еврей. Ну и в целом здесь далее, в общем, можно долго над этим рассуждать о том, о чистоте и опасности, об исключении из общества и связывать с ним исключение наше современное. Тоже большой ход, может быть. И последнее, которое можно было бы дальше развивать, в принципе, это тему калькулируемого спасения и страдания на дистанции. Это страдание на дистанции, это известная книжка Болтанский, где он показывает, как наше общество устроено, как медиальное страдание. Мы страдаем, мы переживаем, сопереживаем людям, находящимся в другом месте мира, и так далее, и так далее. И калькулируемость спасения кого-то, сегодня это дальше возникает проблема, связанная с госрезоном, с резон d'état. Она вытекает в нашу непосредственную ситуацию, коронавирусную, например, тем, кого, во-первых, можно спасать на аппаратах или там в больнице, если нам не хватает места, с одной стороны. И с другой стороны, как соотносится человек и экономика. И третья тема здесь связана со статистикой. Дальше надо политическую статистику рассматривать, как основа полицейского государства. Отдельная интересная тема. Статистика не сегодня возникла. Калькуляционизм социальный — это вообще основа вообще целой истории государства в качестве стата. Это калькулируемая смерть, как бы допустимая смерть. То есть от вируса — это наши споры о том, вот умирает обычно столько-то людей, а вот в этом году вот умерло от ковида столько-то, а на самом деле оно входит в цифры нормальной смертности. Ну, понятно. Мир статистики как допустимой возможности смерти или спасать людей. Далее во второй волне. Нужно ли спасать стариков или надо им оставить умереть, потому что есть raison d'état, который говорит, что государство должно выжить экономически и так далее. Ну, вот это вся большая, огромная проблематика. Последнее, что хочу сказать в этом очень сумбурном рассказе вынуждена, что, во-первых, нужно говорить о конце проекта человека. Да? То есть мы узнаем современную эволюцию эвероизма в нашей встрече. Кто думает сейчас? Мы все сидим в удаленных местах. У нас некоторое резо, в котором мы все сообща являемся одним большим интеллектом. Где он существует? Он существует в нашем теле. Кто думает? Этот универсальный интеллект, который дан в качестве сетей, это новое воспроизводство проблем эвероистской революции. На самом деле. И здесь возникает то, о чем говорит Фуко. То, чем заканчивает свои курсы. У него был курс о действии отдельный. Он на Либера вспоминал понятие кризиса. Проект возвращаемого, то есть Фуко отрицает субъективность, как субъективность агента, он ее критикует, но потом он возвращается к субъективности в новом смысле. Как субъект, как забота о себе. Это субъект в другом смысле, с которым согласен Делибера. Это эвероистский субъект. И этот субъект дан через понятие кризиса в герменевтике субъекта. Кризис – это единственное не прагматическое действие отношения к самому себе. Там возникает понятие учителя истины в этой связи, отдельного от других учителей истины, целая история. Но в общем смысле та же проблема, которая существует у поздней Аренд. Это проблема воли, связывающей наше тело и наш ум, нашу животную душу, нашу жизнь и наше как бы умозрение. Как оно устроено? Как оно должно быть устроено, чтобы не быть субъектом?
что-нибудь быть калькулируемым центром, который, ну, понятно, то, что критикует Хайдеггер, да? В этой связи, как должны быть устроены практики религиозного спасения и спасения вообще? Что такое мир после конца человека? Что такое зомби? Что такое мир после апокалипсиса в этой связи? Виртуализация мира, ну и вот там я уже себе наметил, это как отношение андроидов и электроовец. Если человек закончился, то какое отношение мы имеем с нашим телом? Кто у нас думает? И как мы должны дальше строить в нашем новом мире отношения с нашим телом, где есть наша ответственность? Ну, это то, что как раз в Кармане, кстати говоря, воспринимает, обсуждает и Агамбин, как понятие жеста. Понятие новой индивидуации, не проходящей через субъект. Ой, я ужасно себя чувствую, потому что, в общем, это исключительно какие-то еле намеченные пункты на дороге, которые я даже не знаю, понятны или непонятны. В каком направлении шла моя мысль, честно говоря. Но я изначально знал, что, конечно, это обречено на ишек. Невозможно за 40 минут все это рассказать. А слишком огромная мысль, и она у меня не готова, чтобы ее кратко излагать, если честно. Я не знаю, стало ли понятно вообще, в каком направлении я предлагаю двигаться. Есть много разрывов. Я могу их долго обсуждать тоже. Но пора кончать, потому что уже очень долго говорю. И столько вообще нельзя говорить. Наша общая интеллектуальная душа, которая в нас думает, она устает от моего животного шума. Еще я бы хотел, конечно, разобрать. У меня это есть 90-й псалом. Это очень интересная тема. Но оставим как-нибудь на другой тем о разных переводах и о понятии разрушения и чумы. Прагматы, симптомы в рамках псалма и его переводов. Все, я останавливаюсь, к сожалению. Ну что, Эдик? Да. Эдик, спасибо большое. Мне кажется, все подавлены масштабом. Да я сам представлено. Лен, в чате первая запись. Отличный доклад. Материалы, да, действительно, была такая запись. Отличный доклад. Сейчас я постараюсь ее воспроизвести. Да, отличный доклад, спасибо, пишет Денис Промонов всем. Эдик, действительно большое тебе спасибо. Все это очень интересно. Я бы задала тебе один вопрос. Вот в самом конце. Один, ты будешь, наверное, раздосадован этим. Всего один. Да, во-первых, я хочу не то, что поправить тебя, но высказать некоторые сомнения. У тебя было написано «unité substantionnelle», так я понимаю, ну, как бы субстанциональное единство, и ты это приписал Нанси. Вот всю свою жизнь Нанси активно борется с понятием субстанция. Для него это невозможно. То есть я хочу сказать, какого рода это единство, мы, наверное, еще можем обсуждать. Но именно движение к Спинозе, которое ты в нем очень правильно подметил, и о котором он сам говорил, когда приезжал в Москву, как раз, мне кажется, ставит дополнительно под вопрос идею определения единства как субстанциального. Но неважно, это мелочь. Теперь я все-таки хочу... ты говорил, что у тебя движение через разрывы, я это понимаю, и вот теперь я хочу обозначить один разрыв в самом конце. Значит, ты говорил нам фактически... о двухсубъектной, вот записала за тобою, о двухсубъектной конструкции человека. И этому было уделено твое основное внимание. Но в конце ты упомянул создание сетей. Вот слово «сеть» прозвучало в твоем выступлении. Ну, на самом деле оно было включено в контекст вопроса. Ты сказал, как действует новый интеллект в рамках сети и так далее. Вот мне представляется, что между субъектом и сетью нет перехода. Это совершенно разные реальности, если можно так сказать. И вот я боюсь, что здесь разрыв гораздо глубже, чем мы можем себе предположить. Конечно, если ты не определяешь интеллект как нечто абсолютно, ну, условно говоря, бессубъектное, разделяемое и так далее, потому что сети формируют какие-то новые отношения, принципиально новые отношения. Здесь, мне кажется, даже
слово «отношение» становится более существенным, чем слово «интеллект». Еще раз, переход от субъекта к сети. Вот этот вопрос меня как-то волнует, и он мне кажется довольно сложным. Вот что ты думаешь по этому поводу? Понимаешь, здесь возникает простой вопрос. В каком смысле ты употребляешь слово «субъект»? В пост-лейбницианском или до-лейбницианском? Ну, я бы сказала, в достаточно классическом смысле, в каком им все пользуются, даже не особо думая. Субъект как агент. Субъект, да. Этот агент, он разрушается сетями, это совершенно ясно. Как он? Конечно, он несовместим. Очевидно. Этот субъект, он разрушен, он на наших глазах продолжает разрушаться. Это наша пандемия сейчас. Это важный удар в истории конца человека, а человека и активный субъект это одно и то же. Мы возвращаемся обратно, в ту старую. У Деррида, Либера, для этого есть понятие атрибутивизм со звездочкой. Атрибутивизм со звездочкой — это атрибутивизм, который приписывается, вот, которым субъект является ипокаменом всех своих атрибутов. Да, ему конец. Конечно. И почему Агамбен так оплакивает его конец, для меня это, честно говоря, совершенно непонятно. Я, честно говоря, поражен происходящим. Кстати говоря, между прочим, в одном из интервью Нанси он вдруг внезапно употребил Averroes. Употребил ту пуэссанс, значит, всю мощь. И для него Averroes, насколько я понял его, может быть, я неправильно понял, это тоталитарное начало, от которого мы должны себя защищать. Он против этого универсального интеллекта работал со своей концепцией. Я абсолютно согласен. То, что я говорил о Нанси, это большое огрубление. Можно отдельно говорить долго, и мне надо еще читать, еще думать, потому что в свете всего этого дела Нанси с его кожей и с его касанием должен обдумываться заранее. Нельзя текст прочесть раз и навсегда. Я начинаю читать текст заново, и я вижу, что надо читать заново. Все акценты должны быть расставлены иначе. Но у Нанси есть этот антиавероизм, наивный, существует. Можно вопрос задать? Да, конечно. Так, сейчас, секунду. Меня слышат, да, Эдуард? Да, конечно. Ну, спасибо, Эдуард, конечно, за такое, можно сказать, смелое предприятие, подняв безумное количество тем, которые нас всех волнуют. Это, конечно, очень интересно. Я сейчас уже записал. Я, конечно, сделаю несколько ремарок. Угу. Вот. То, что ремарок можно сделать масса. Но чтобы дискуссия была интереснее, да, давайте я, так сказать, займу некую критическую позицию в отношении к тому, что вы сказали. Угу. Да, будет интереснее, наверное, в каком смысле. Значит, просто в качестве введения я хочу сказать, что я просто против как бы этого тренда. Да? Ни в какой конец человека я, например, не верю. Просто доказать это, это сейчас просто займет очень много времени. Просто, ну, вера Аркадия не требует доказательств. Совсем быстро это в том, что если человек закончится, то подобная дискуссия, которую мы сегодня ведем, она потеряет всякий смысл. Как минимум, да? То, что мы сейчас собрались и обсуждаем, это имеет смысл только в рамках существования человека. Если его не будет... потому что все вопросы, которые ты... Мы на «ты», на «вы», я не помню. Давай на «ты». Все эти вопросы, которые ты понял, они все-таки естественны. Например, как можно с таким же успехом обсуждать, например, вопрос о цветоводстве в Европе, в смысле, на сателлите Венеры, да, или там на Марсе. Ну, интересный вопрос, в принципе, но смысл. Но дело не в этом. Я сейчас не хочу уходить туда. Я хочу пройтись по твоим пунктам. Ага. Первое, Агамбен, которого ты сказал, что у него старый технический алармизм. Слушай, я хочу сказать так. У меня очень сложные отношения с Агамбеном. Мы с ним встречались даже, пересекались в Париже, спорили. Я к нему очень критически относился одно время. Потом я сильно поменял свою точку зрения. Потому что все-таки он большой молодец. И то, что он говорит и делает, в общем, это правильно. С точки зрения
европейский человек, находящийся в европейском фрейме и мыслящего как, все-таки как европейцы. Тезис о том, что вот когда меня, собственно говоря, несколько лет назад, тезис, у меня какие-то сильно критические какие-то отношения возникло, то, что значит, Европа, концлагерь и так далее. На самом деле, Агамбен очень четок в своих тезисах. Он абсолютно правильно критикует социальное устройство современного европейского мира. И более того, отношение человека, европейцев, да, к этому социальному устройству, и, то есть, собственно, его интересует диалектика власти и гражданского общества. И он совершенно прав, что в сегодняшней Европе это метафора, понятно, мы ему прощаем эту метафору, мы понимаем, о чем речь. Что это, конечно, концлагерная ситуация в агамбеновском смысле. Да, я сейчас не хочу... Это я просто здесь хочу его защитить, потому что я сам проделал долгий путь от его сильной, от его неприятия и критики, критических просто дебатов с ним, к тому, что он в этом прав. Дальше уже дьявол в деталях может разбираться. Значит, теперь, что касается... твоего главного героя Алан де Либера и так далее. Смотри, я, кстати говоря, не уверен, что Либера знает арабский, между прочим. Потому что когда он приезжал... Знает? Знает, да? Знает по-арабски, да. Окей. Хорошо. Значит, уже выучил. Дело в том, что... я не знаю, почему, может быть, у тебя не было достаточно количества времени, чтобы упомянуть. Но дело в том, что Либера очень много взял у другого важного исследователя Авероиса, как вообще исламской философии, это Шломо Пинес, израильский автор. Значит, многие тезисы, которые Либера выдвигает, Шломо Пинес проговаривает. Это автор 30-х-40-х, он в основном где-то вот в 50-х, он примерно в эти... Нет, 40-х-50-х. Тогда он в основном писал. По-моему, если я не ошибаюсь, он иммигрант из Германии в Палестину, потом, соответственно, в Израиль. Шломо Пинес, все это очень хорошо расписал в своей книге. Кстати, недавно что-то из его вещей было переведено и издано в качестве отдельной книжки, что очень хорошо, потому что, к сожалению, в России он до этого времени был совсем неизвестен. Значит... Тут надо посмотреть, да, Либера в основном очень много что взял и как бы проговаривает вещи, которые Пинес, о которых Пинес писал, и спорит с ним. В общем, а Пинес это очень важная фигура в интерпретации, в западной перцепции того же авероизма и прочее. Что касается разума и души. Смотри, в том числе, конечно, у Авероиса есть два очень существенных, то есть одно, если говорить об этом, очень важное различие, это у него одного вообще разума. Это разум, который называется акль, и душа, которая называется нафс. Да? Так вот, значит, человека определяет по Авероису, и не только по Авероису, наличие вот этого самого акля. Потому что арабская философия, исламская арабоязычная философия считает, что основным атрибутом человеческого является наличие акля, даже не нас. Ни у кого, кроме человека, включая животных, любых, нету акля. Вот это самое. То есть это как минимум то, что делает человека человеком с точки зрения Авероиса. И, соответственно, понимание того, что мы обладаем вот этим адным, является доказательством того, что мы люди. У Авероиса, в том числе. Значит, что касается нас, я думаю, ты хорошо помнишь о том, что Авероис различает два вида души, две категории души, но не он один. Я хочу сказать, что это различие идет от неоплатонизма через братьев чистоты, которые были
на пару веков раньше Абероиса оказали огромное влияние на исламскую философию, хотя они такие были своего рода диссиденты, ну и так далее. Разделена это божественная душа и индивидуальная. Значит, индивидуальная душа, она не бессмертна. Она как бы одалживается человеку, Богу, вот той божественной душой, которая есть, значит, у нас у всех. Значит, она как бы является таким аватаром или даже копией, я не знаю, как вот из современных терминов ее описывается, копией, значит, слепком с божественной душой. Нас, кстати говоря, в те же примерно времена, в средневековой индийской философии, ну, чуть раньше, примерно такая же картина была у индийских известных всяких авторов, как там Шанкар, Рамануджа и так далее. Просто для сравнения, что это как бы был такой тренд мировой, на самом деле. Хотя, конечно, трудно сказать, что было какое-то влияние, скорее всего, нет. Вот. Это что касается человека. Значит, дальше. Фома Аквинский. Смотри, Фома Аквинский был очень умным парнем, который сделал для философии, вообще для средневековой философии очень важную штуку. Он различил два типа субъекта мыслящих. Возможно, с подсказкой своих этих исламских коллег, того же Абероиса. Это теологический мыслящий субъект и философский мыслящий субъект. Это две разные вещи. И они ведут себя по-разному у Фомы Аквинского. Да, кстати говоря, еще больше. Я сейчас про Абероиса. Смотри, там вот это то, что я сказал про Акли и прочее различия, там еще очень важно, надо всегда помнить, у Абероиса есть два важных вещи. И опять же, не только у него, но он это как бы шлифовал. Это различение бытия и сущности. Бытия и сущности. То есть по-арабски... Эссенция. Да. По-арабски это аль-вуджуд или вуджия, то есть то, что может быть манифестировано, и то, собственно, на самом деле, что человек может познавать, да, вот с этим самым, при помощи этого самого акля, аль-вуджуд. И алиния, арабский очень важный термин, который иногда переводился как «эссенс». Это то, что познавать никто не может, включая человека. И это важнейший атрибут Бога. Когда Абероис говорит о том, что Бог не знает ничего, кроме самого себя, и когда это будет повторяться в классической философии, имеется в виду, что он знает сущность. Вот эту алинию, или санс, или эс, и так далее. Потому что все остальное как бы находится вне рамок его знания, потому что ему не нужно. Да, значит, это вот ремарка, да, значит, дальше, да, вот Фома Аквинский, я не хочу сейчас о нем, это как бы сегодня твой бенефис, я просто иду по так пунктирно. Да, Аркадий, вот извините, пожалуйста. Вот ты упомянул про Гитлер и евреев. Значит, Аркадий, смотри, там дело не в Гитлере, а? Аркадий, извини, пожалуйста, хабиби, как говорят твои арабы. Пожалуйста, имей в виду, у нас много людей, поэтому, может быть, ты... Да, я сейчас закончу, это последнее. Пункты выделишь наиболее существенные, спасибо. Да, последнее, то есть, про Гитлера. Значит, евреи, Гитлер, это совершенно правильно, Гитлер. Люди, которые делали его, идеологически, действительно, евреи не считался за человека. Он считался, он принадлежал другой расе. Но дело все в том, что это началось не с Гитлера. Это началось с Мартина Лютера и его последователя Айзенменгера, Йоханнеса Айзенменгера, который написал такую толстую книгу, которая называлась «Разоблаченные евреи». Это такая мощная, такая, страница на 700 книга. Я ее читал в свое время с большим трудом. Как будто мы без таких больших книг этого не знаем. Да. Вот там все написано. Вот там написано. Потому что поэтому это традиция, это дело не в Гитлере. Понятно. А никто не говорит, что дело в Гитлере. Когда протестант, но против... Нет, вот. И самое главное, по поводу твоего вопроса, кто, кем мы являемся, кто думает и прочее. Слушай, мне кажется, это немножко вопрос
как бы, понимаешь, он, ну как кто думает? Он сознание думает. Ничего, кроме сознания, не существует. Это просто ничего Аркадий, не надо. Аркадий, ты просто Александр Македонский. Гордеев узел разрубил. Потому что все наши телесные практики, конечно... Ладно, все, давайте, я заканчиваю. Это были мои ремарки, чтобы подогреть нашу замечательную дискуссию. Ну, я замечу, во-первых, об Аверовесе, что не имеет значения, во-первых, в данной истории, что сам по себе думал Аверовес. Более того, большая версия трактата о душе не существует на арабском языке даже. Она существует только на латинском языке. И термин надо восстанавливать даже. Но не в этом дело. А дело в том, что есть люди, которые будут просто изучать самого Аверовеса в своей среде. А у Либера другая задача. Он рассматривает авероистов. Он рассматривает генеалогию некоторую, которая существует в Европе, которая постепенно меняется, которая трансформирует понятие, она изобретает. Они там... Это очень интересная история, например, отдельно интересная. Каким образом из запрета, из особого трактовки дубитацию против позиции на свободном факультете искусств в Париже, каким образом оттуда постепенно рождается понятие сомнения, радикального сомнения у Декарта. Это отдельная, самая интересная история. Вопрос о двух истинах я его просто не поднимал вообще. Это не только Аверовес, это, в общем, там, не только Фома Аквинский, это большая интересная... Вопрос заключается не в том, чтобы смотреть какого-то отдельного мыслителя. Вопрос заключается в том, чтобы смотреть многие разнообразные движения. Ну, для этого образ метро. Он говорит, я, говорит, поехал на метро, взял поезд и поехал в таком направлении. Но, говорит, можно поехать еще в 250 тысячах других направлений на этом метро. Давайте ехать сообща, и вы поедете в другом направлении. Я, говорит, он перечислил вопросы, говорит, у меня 15 проектов, которые нужно было разобрать. Я разобрал один за 3 года. И не до конца. Я Лейбница практически не трогал еще нужен год, чтобы разбирать отношения Хайдеггера и Лейбница через Средневековье, например. Да? Что касается Хайдеггера, Гитлера, это очевидно. Гитлер всего лишь там всего знак. Знак стигматизации гигиенической проблематики и еврейской. У нее большая своя генеалогия. Мы посредством коммерции на Холокосте, у нас закрыта большая история, которая существует за всем этим делом. Очень интересно будет разбирать, я смотрю за этим сейчас, мне очень интересно, новый ковидный Холокост, который формируется. Целая религия будет. О жертвах ковида. Мы увидим, она будет воспроизводить. Это вряд ли. Это уже врачей канонизируют. Да, уже врачей канонизируют. Россия собирается памятник, кстати. В общем, там много интересного. Разумеется. Все это уходит, история гигиенизма уходит очень далеко. Гитлер всего лишь нам всего знак для меня, который как бы превращен в своего рода сакер для всей этой проблематики. Знак не знак, но там интересное. Это протестантистская, кстати, в смысле, протестантская история. Это, они же все были очень верующими людьми. Айзенменгер, которого я упомянул, он был серьезный верующий лютеранин. Понимаешь, это же не... И, кстати говоря, специалист по... Он был гибраистом. Он был специалистом по еврейскому, по иудаизму. Ну, совсем все уходит раньше, потому что нужно говорить... Я об этом заявил, но ни слова не сказал. У Алена де Либера есть у Патрика Бушрона есть очень интересное понятие евхаристического сообщества и евхаристического кризиса, который происходит во время подготовки к первому крестовому походу. В этот момент первый раз начались гигантские еврейские погромы. В связи с тем, что возникла фантазма о евреях, которые там протыкают обладки и все прочее. И я хотел об этом говорить, но куда? Нет, на самом деле нет, не первый. Это не первый. Но действительно, с началом крестового похода были связаны мощные антисемитские волны. Но далеко не первый. Аркадий, мы не можем вдаваться в эти подробности, я сожалею. Кроме евреев есть еще и китайцы. Да, и это тема для отдельного обсуждения. Но я хочу обратить ваше внимание, господа, на то, что у нас среди нас присутствует человек с другого континента. Это наш добрый друг Джонатан Флетли.
Поэтому если у Джонатана возникли какие-то соображения, мы не знаем, какое там время, там другое время. Может быть, Джонатан хочет что-то сказать. Пока нет. Пока нет, да. Нет. Ну, вот Олег хочет в таком случае. Нет, а кто? Больше никто не хочет, что ли, сказать? Ну, мне кажется, ты созрел. Ну, у меня, как бы, да, тоже по поводу разрывов. Все-таки для меня не совсем ясен переход от Делибера к прикосновению, хотя Эдик и пытался его наметить. Но такой мой первый предварительный очень маленький вопрос. У меня там есть еще вопросы, ну, или какие-то реплики. Все-таки как должно измениться наше отношение к прикосновению, отношение в обществе, отношение... ну, какое-то социальное, может быть, какое-то интеллектуальное, я не знаю, как отношение к касанию, потому что касание вроде бы такая тема, которая разрабатывалась не только у Нанси, это тема Левинаса, это, ну, многих философов. Так, и вот мне интересно, что дает нам Averroes вместе с интерпретацией Делибера для иной интерпретации касания. Ну, такой простой сначала вопрос. Я как бы не совсем получил ответ. Ну, во-первых, настоящего ответа у меня нет. Угу. Я лишь знаю все связываю. Значит, на самом деле, уже готовясь здесь, это еще я должен смотреть, мне стало интересно чрезвычайно. Прикасался ли врач к пациенту в Средневековье и там в 18 веке? Понимаешь, я начал копать, и мы там с Сергеем Долгопольским проводили какие-то изыскания. Такое впечатление, что врач к пациенту не прикасался вообще, был запрет. К человеку прикасался цирюльник. Или фармацевт мог там работать с ним, но он тоже не прикасался. Когда возникает вообще в этой археологии прикосновение, возникает возможность трогать пациента, большой вопрос. Но сегодня ты идешь к врачу, он тебя, как правило, тоже не трогает. Вот, как бы, проблематика с археологией касания такой чисто практической, связанной с прагматическим запретом на касание сегодня, что он упал с неба. Телемедицина, с которой я имею дело, она вообще не собирается касаться к человеку. Что касается более серьезных вопросов, с философской проблематикой касания, с Мерлопонти, с его хилиазмом, да, с Левинасом, это все надо обдумывать, знаешь. Я имею в виду просто, кто касается. Это, кстати говоря, тема у Мерлопонти подробно обсуждается. Ну, меня касается реакция. Да. Вот, ну, мне кажется, что это как-то очень, ну, немножко упрощает задачу. Мне-то кажется, что из твоего доклада выводы куда более такие фантастические, там, можно сказать, захватывающие можно сделать. Например, что касание не принадлежит ни вопросу «кто», ни вопросу «чего». Конечно. Например, да. Потому что «кто» и «что» — эти вопросы вводят режим политики. Угу. Да, политики. Вот у тебя там была картинка, где французские вопросы ты показывал, и там было такие три буквы CQR. CQR. Это же у Делибера, ну, я читал, насколько я помню, это ситуация, противостоящая ситуации вопрошания. Это ситуация, когда под все вопросы уже имеются ответы, хотя мы, ну, как она там что-то там, ну, ты помнишь. Как... У него многочисленные сокращения, да. Я честно говоря, CQR – это ситуация, в которой... как раз нет вопрошания. Он называет вопрошание поэтикон, с Хайдеггером связанное, а вот это как раз с Фуко связанное нусполитикон. И вот ситуация современная, связанная с биополитикой и так далее, она исключает, она как бы не контролирует касание, поэтому власть хочет ввести касание в режим контроля. Касание – это как бы неконтролируемая политикой. И это вытекает, кстати, из того, что вот из этого дуализма Averroes-овского, из его хиазма, связанного с тем, что мы
фактически мыслим либо поэтически, и это вера, либо политически, и это недоверие. Mm-hmm. Вот как бы вот и в этих режимах касания не существует. Есть только власть, которая на месте, у которой на месте касания насилия. Mm-hmm. Вот. А касание как система ненасилия ускользает из этой системы. Ну, мне так показалось, mm-hmm. по крайней мере, я следил за твоим докладом. Вот мне казалось, что находится зона не еще, ну, зона автономии касаний, что ли, которую власть как раз с помощью пандемии пытается захватить. Угу. Последние зоны свободы. Значит, касание – это последнее место души, ума, ну вот всего вот этого, о чем речь шла. Понимаешь, здесь вопрос будет о том, что значит сделать свободу великой опять. Make the freedom great again. Почему великая? Она как раз не великая, она микро, она не приходит к этим макро-вопросам. Что такое человек, кто мы? Может быть, вот касание есть мы, человек и есть мы. Кто мыслит? Касание. В общем, касание становится не универсальным ответом, но таким, таким предварительным, потому что каждое касание должно себя расшифровать. Ну, я так фантазирую. Да, нет. У меня вопросов ко всему, что я говорил, больше, чем... Нет, просто у тебя название «Политики касания». Я пытаюсь связать с... Да, это, видишь, это я только пообещал себе, но даже не, еще не готов сказать о политической теологии касания. Да. Вопрос это интересный. Кого мы защищаем через свободу? Или, возможно, разные политики свободы через касание? То есть одна это субъекта агента, а другая какого-нибудь другого субъекта, который... того старого, который... Ну вот тогда к Лениному вопросу. Вообще, может быть, касание вообще не... Может быть, субъект — это имя политического просто? Ну, любые имена политического. Других имен. Вот такое имя политического и касание, как бы, это то место, где, ну, как бы, субъекта нет. Касания нет. Субъекта, какого субъекта нет? Ни того, ни другого. Вот в том-то и дело. Ни того, ни другого. Ни ипокаименоновского субъекта, ни того, который становится активным. Понимаешь, вот, например, Бродский. Да? Я был только то, чего ты касалась ладонью. Это нус поэтикон. Это поэзия. Это нус поэтикон. Да. Создается, через это прикосновение создается что? Можно отдельно разбирать здесь, потому что то, что я говорил, понимаешь, это очень абстрактно. Надо говорить с текстами в руках, по большому счету. То есть должна быть микроработа. Эдик, говорят сердце. Говорят сердце. Говорят сердце, понимаешь, говорят сердце, это уже топография Аристотеля. Это у греков душа находится. Это самое касательное. Эдик, извини, пожалуйста, на самом деле здесь есть проблема, вот о которой Олег говорит, связанная с касанием, и ты можешь вернуться к Мерло-Понти, хиазм, о котором ты сказал. Ну, потому что хиазм, это же чисто из эвероизма хиазм прямо идет, вот это. Или идея плоти мира, например, которую мы не можем сейчас здесь затрагивать, это сложная вещь, с которой нужно разбираться отдельно, но, господа, давайте мы не будем углубляться в отдельные сюжеты, хотя это очень интересно. И, может быть, есть те, кто хотел бы что-то сказать или задать вопрос Эдику. Вот я не знаю, кто. Да, мне очень трудно ориентироваться. Можно? Да, пожалуйста. Эдуард, смотри, значит, этот вопрос по поводу, значит, когда касание не касается. Ой, что-то не слышно. Что тут такое? Да, там что-то... Ты слышишь меня? Да, слышу. Смотри, нет, конечно, медицина, врачи касались. В Европе, да и не только в Европе, врачи касались. И в престарелом режиме врачи касались пациентов. И даже во время чумы. Вот по этому поводу есть хорошая книга Макнейла «Чума и люди». Вот он исследует, не он один, там масса всяких тоже еще авторов, которые исследуют чумные эпидемии, и вполне касание было врачей, собственно, они таким образом и, ну, лекари, и таким образом они заражались. Значит, вот там интересная история, это с врачом, который делал операцию
Людовику XIV, вот, потому что касаться-то его было, на него смотреть нельзя было, тем более касаться. И вот это было, конечно, вот такая, такое вот лечение через вынужденное соприкосновение, да, лечение сакральной фигурой, и он чуть ли не помутился разумом после того, что он с ним произошел. Это касание никто не запрещал. Пинель, когда снял оковы с, да, с сумасшедших психиатрических больниц, он, собственно, их отдал на касание. Потому что когда они были закованы, к ним нельзя было касаться, они сами никого не касались, не касались друг друга. А революция Пинеля сделала их касаемыми. Да? Uh-huh. У Юст-Франсуа Шуме, врач, который, собственно, ввел идею вот этого, ну, в медицину европейскую и французскую идею гиппарену, клятвы Гиппократа и прочее, в том числе гигиены, он таки как раз говорил о том, что на отношения врача и пациента строятся на касании. Это никуда не денешься. И врач это должен делать. Вот, сегодня как бы это уже... Но сегодня врач нас касается не рукой, не ладонью, да, не тут, а всякого рода вот приборами медицинскими. Сегодня у нас... У нас тактильные отношения с медицинскими приборами. Да? То, чего это, оно касание? Когда ко мне прикасается... Нет, это не касание. Оно касание? Нет, здесь же очень просто. Врачу позволено касаться, потому что это не касание, это действие субъекта. Конечно, но это, да. Было не позволено какой-то период. Здесь существует своя археология. Вопрос, где сейчас? Вот сейчас сфера касаний – это касание вещей, да? Даже не друг друга. Рукопожатие. Сейчас у нас у всех в основном вещи. Самые близкие тактильные, вернее, самые частые тактильные отношения у нас с нашими смартфонами. Да, потому что такое количество раз, как мы касаемся смартфона, мы не касаемся никого. Даже самых любимых людей. Отсюда можно сделать вывод, где душа. Не-не, выяснилась интересная вещь. Да, конечно. Выяснилось во время этого ковида, выяснилась интересная вещь, о которой мы не подозревали. Мы по 100 раз в час касаемся нашего лица. Это отдельный сюжет. Касания лица. Это на бессознательном уровне. Мы это делаем бессознательно. Теперь мы делаем сознание. Это стало предметом сознания. Мы себе опасны своим прикосновением. Но там идея с другой. Дело в том, что мы ведь рождаемся от касания. Потому что когда плод выходит из чрева матери, его кладут на нее, либо разрезают пирамиду, либо когда женщина кормит там хотя бы первое время ребенка грудью, это касание. Это такое вот касание Аркадий, это надо доказать, что это касание. Аркадий, господа, вы манипулируете. Надо, потому что это очевидно. Нет, господа, нет. Вы... Нет, момент. У тебя много актов веры, Аркадий. Монополизировали площадку. У меня одного акта веры вообще нет. Все чисто. Я хочу услышать мнение Аллы Митрофановой, которая... Спасибо, я поднимаю руку. Да, очень хорошо. Алла, слушай. Да, мне хочется прояснить связь между агентностью и касанием. Но как бы мы знаем, что агентность как бы передана субъекту. Субъект – это одно из двух тел. Сейчас мы нарушаем эту рамку. Так, в первой рамке агентность дана субъекту. Но если мы смотрим через касание, а у Донны Харовой там еще 8 щупальцев касания, да, тогда агентность переходит в область касания. То есть это уже не субъект в таком классическом смысле, а это агенты и нечеловеческие агенты. Да? То есть таким образом мы допускаем вот то тело, которое было пассивным, перцептивным, да еще и допускаем нечеловеческих агентов.
И тогда область касания становится вот областью, претендующей на новую онтологию. И началось это как бы давно. Вот в империокритицизме перцепты перестали быть, ну, как бы автоматическими. Перцепты направляются, связаны с дискурсами, с изменением истории. То есть перцепты становятся активны и задающими онтологию. И вот тогда нельзя ли говорить, что вот агентность мы не теряем, мы ее расширяем вот таким вот спектром, как бы умаления собственной. Чем меньше нашей классической субъективности, тем больше нашей агентности. Но агентность уже берется из децентрированного понятия многих отношений. Все. Мы здесь забота о том, чтобы как расцепляются субъект с агентом. Агенты существуют всегда, да, безусловно. Мне еще интересно размышлять отдельно о прикосновении с точки зрения конспирологии. Давайте с точки зрения расщепления субъекта и агента. Вот тут, мне кажется, очень интересное новое поле. Конспирология, нам, в общем, не нужна. Нам нужна новая рациональность. Конспирология, она защищает субъекта. Это последнее поле защиты себя. На Трампе это видно. Трамп последний защитник субъекта. Мы его уже сдали. Это поле уже сдали. Да? Сдали. Они еще себя покажут с ядерными чемоданчиками. Субъект не сдается. Да, субъект так просто не сдается. Без боя. Да. Это очень важно, Алла. Вот что Алла сказала про решение. Потому что вот я об этом говорил, что касание не может быть агентным, да. Но остается ли там субъект в каком-то вот таком аристотелевском по Делибера понимании? Нет, ты имеешь в виду в аристотелевском или в лейбницевском? Нет, именно в давнем понимании, когда агентностью еще не наделен был субъект. В смысле, субъект как просто предмет? Ну да, и по Кайменен, да. Как просто. И по Кайменен, в каком смысле? У Аристотеля два разных понимания и по Кайменену, возможно. Уже в античности два раза по-разному его поняли. Поэтому, если это просто предмет, которого мы касаемся, это, кстати, интересно, знаешь, у кого? У Платонова. У Платонова прикосновения там трогают тела друг друга, но они их трогают не в качестве субъекта. Это другая онтология прикосновений, на самом деле, у Платонова. Совершенно ясно. Это просто тема для Хайдеггера. От Платона к Платонову. Олег, а почему касание не может быть агентным? Нет, тогда оно не касание, потому что, я так читаю, да, я свои туда вкладываю вещи, которые там мною прочитаны, да, неважно. И имеется в виду следующее, что касание... Это нечто другое, нежели просто отношение политически заданных тел, которые контролируют биовласть. Вот там проявляется агентность. Определенного рода агентность, понимаешь? Да, определенного рода. А касание, вот как о нем Левинас, я люблю эту фразу. То, что идет дальше кожи, говорит Левинас. Угу. Касание – то, что идет дальше. То есть то, что не участвует вообще в таком физическом соприкосновении тел. Угу. Да, конечно. То есть наши отношения с миром, когда мы касаемся ручки и выходим из дома, это не агентные вещи. Мы и выходим из дома. И вот все эти неагентные вещи, там прикосновение к лицу, которое мы не замечаем и так далее, это вот мир касаний. Понимаешь, какая там агент? Да, оно делается политически. Вдруг внезапно прикосновение к лицу делается... Да. Это власть с помощью пандемии отыскала слой, который она еще пока не контролировала. Ну да. И он не связан с биовластью никак. И что нам с этим делать, не очень понятно. Касаться лица все время или что делать? Вот я касаюсь. Елена касается. Я не ношу маску. И так далее. Давайте послушаем Диму Тестова. Дима. Если ты будешь так настаивать, то люди перестанут приходить. Нет, мне кажется,
Не, ну, перестань. Я, мне трудно, тут как-то нет коммуникации нормальной, но мне кажется, Диме было бы интересно... А Джонатан там написал... Спасибо, но у меня как-то нет пока комментариев. Нету? О, пардон, пардон. Так. Ну что, господа, кто... Джонатан комментарий написал про Гиппократа. Да? Ну, почитай. Нет, ну, там... Вопрос. О гиппократовском понимании тела у Эдуарда, который в самом начале. Угу. Связь между телом и здоровьем, и средой. Угу. И как, какие отношения понимаются... что понимается под средой в этом случае? Угу. Ну, как-то вот среда. Среда. Ну, Эдик. Он сам есть, да, здесь. Да, расскажи нам про среду побольше. Понимаете, вот тут лежит книжка, я могу к ней отослать. Мари Гай. Видно книжку? Мари Гай. Не очень. Санте. Санте Энверно. Зачем мне пересказывать книгу? Можно посмотреть. Ну, слушай, ну, мы не читали эту книгу, скажи в двух словах. Не, ну, насколько я понял эту книгу, которую я читал вчера судорожно, вообще полдня, угу. Вот, это новое знание, которое у меня не уложено. У гиппократистов, как по слову эпистема, я не хочу понимать, у них среда – это есть то, как сказать, умвельт, в котором живет человек, и который, и от этого умвельта человек зависит. Вот как у них образуется. То есть, поезжайте на грязи или поменяйте, бывайте чаще на свежем воздухе, делайте физкультуру, вы должны сменить Рим на провинцию, потому что у него там плохой воздух в Риме, или проблема миазмов, которые создают эпидемии. Это у Фурье, кстати говоря. Я вчера читал и вдруг вспомнил Фурье, как из этого он делает. У него целая политика миазмов, из которой вытекает вообще вся его утопия коммунистическая. Страшно интересно. Это надо просто заново брать и смотреть. Вот это гиппократ. Потому что вторая, которую... Ее-то интересовала вторая, там, где этот Гальштайн, Кангием и Мерлопонти. Кангием — это отдельно интересно, потому что Кангием не принял проекта Везенгерова Хайдегера. Он не принял постгуманистического Хайдегера. Он его критиковал. И его переход к медицине в конце 30-х годов, он занимался вообще теологией, Кангием. Я вообще его не знал, только из этого самого узнал, из Либера. Страшно интересно. Это ответ некоторый на проект дегуманизации. Поэтому там, где он, это надо перечитывать заново его норму и патологию, которая тоже, кстати, написана в конце 30-х годов, и как он реагирует, и как он воспринимает Фуко в результате, потому что Фуко зависит дальше. Вот здесь вот интересно. Столкновение этого гиппократового корпуса с этим вторым гальштайновским корпусом, где человек производит свою среду. Это иначе устроенный проект среды. Есть большая среда, да? И мы в качестве нашего конкретного мира, у Мерлопонти по-разному, как Гиема и у Гальштайна, делаем себе свою среду, и в ней мы находим свое благополучие, можно сказать, что здоровье. Потом эта тема уйдет феминизм, защита меньшинств, совершенно ясно. Сегодня это дико развитая тема. Просто в тему. Тебе будет интересно почитать, если, я не знаю, ты не упоминал, может, читал уже, Вильгельма Гельбаха. Это социальный философ, социолог, да, немецкий, который работал как раз в 30-х годах. Он один из первых начал изучать среду как философскую, как философскую проблему. И там есть огромное количество интересного. Ну, почему? Кабанис, например. Она вспоминает Кабанис. Нет, Гельбаха это гораздо интереснее, чем Кабанис. Ну, посмотри. Это очень интересно. Причем он как бы, да, это он сделал, в общем, хорошую карьеру философскую в 30-х. Это ровно он человек 30-х годов, да? И, в общем, даже как-то удержался при нацизме, хотя был абсолютно не его поклонником, но как-то вот его не трогали. И он занимался как раз философией среды, и в том числе от этих всех вещей, о которых мы сегодня говорим. И
антисемитизмом, кстати, тоже как следой отношения вот этого, да, после вот этих Нюрнбергских законов. В общем, там, я не хочу сейчас даже начинаться, там масса интересных вещей, я тебе просто советую. Спасибо, посмотрю. У меня встал, когда я уже начал готовиться, у меня Дриш, например, вспомнился. Здесь Дриш очень интересно смотрится. Очень много. Да, ну вот это. У меня вопрос, вот, когда, если вирус в человека попадает, это касание? Думаю, это супер касание. Вторжение. Супер касание. Вторжение, да. Да, это вторжение. Вирус сам немножко заходит. Я не уверен, что это вторжение. Да. Может ли еврей? Потому что мы как отягощенные субъективностью воспринимаем это вторжение с точки зрения субъектности своей. А так, может быть, просто вирус проходит мимо нас, через нас. Он должен вступить в отношения. Мы с носителем. Препятствия на его пути. Нет. Он вступает в отношения с носителем. Дело в том, что... Он образует почти семиотическую связь. Да, да. А что ему остается делать, если мы его задержали как полицейский? Нет, Олег. В движении. Олег, тут просто не совсем так. Дело в том, что вирус, ведь вирус, он находится, интересная штука. Вирус, он как кошка Шрёдингера, да? Ведь он и не жив, и не мертв. Он ровно на границе. Мы не знаем сейчас до сих пор. Я, кстати, недавно с одним немецким биологом профессор биологии и зоологии в Гамбурге. Не важно, если на тему очень интересную дискуссию провели. Не суть. Он ровно на границе живого и неживого. Да? Он вот то, что где встречается Эрос и Танатос. Значит, он становится живым, когда он заселяется в хозяин. Он меняет хозяев, но... Когда хозяин мертв, то вирус жив. Он должен находиться в ком-то. И тогда он начинает быть живым. А до этого он не живой. Аркадий, ты мощный картезианский миллиарды лет. И все вирусы такими становятся. Коронавирус, который сейчас... касались, ему порядка 2 миллиарда лет. С ума сойти. Я к Эдику, по поводу, Эдику хотел сказать, по поводу, у меня вот возникла такая мысль по поводу Кангиема, который против Хайдеггера. Ага. Это же не случайно, потому что у них совершенно противоположные концепции техники. Хайдеггер воспринимает технику просто как основание субъективности. Техника и субъект, это практически тождество. Человек создан техникой. А у Кангиема, и в норме и патологии, и в технике, и природе, у него там техника обладает статусом природы. Она органична. Она не человеческая, она является продолжением природы. Она не вторая природа, а часть первой природы. То есть она к аристотельскому фюсис примыкает, как к органике некоторой. И в этом смысле Кангием становится провозвестником вот этого симондоновского движения. У французов это очень интересно. У них нет демонизации техники. У немцев есть демонизация, романтическая демонизация техники. У французов ее не было. Я считаю, у Деррида есть немного. Нет. Когда Хайдеггер их контаминировал, как вирус, тогда начали... Еще нужно отдельно, я об этом вообще ни слова не говорю. Это огромная тема. Иммунизация и Деррида, и вообще... Аутоиммунность. Это часть деконструкции важная. Хайдеггер и технология. Нет, Аркадий, стоп. Я думаю, что мы должны дать слово тем, кто еще не высказывался. Поэтому, может быть, есть какие-то вопросы и реплики от тех людей, которых мы еще не слушали. Давайте слушаем. Господа и дамы, может быть, вы хотите что-то спросить, уточнить или сказать? Прошу вас. Есть ли листы среди слушателей? Я бы уточнил. По поводу двух субъектов хотел бы услышать. Что за два субъекта я пропустил как-то у Авероиса? Значит, у Авероиса и авероистов это хоть достаточно, мне кажется, ясно, в принципе, но, возможно, я ошибаюсь. Есть тело, у него есть своя чувственная душа, да?
Это вот та душа, которая воспринимает мир. Вот это был парадокс со стеной. Не с парадоксом, а такая парабола стены. Мы смотрим на стену. Ее бежевость. Кто его воспринимает? Это фантазм, который передается в кинотеатр нашей чувственной души. Эта чувственная душа, растительно-животная душа, здесь сложно, скорее растительная, наверное. Она сама, она не высказывает никаких мнений. Она не является активной. Она воспринимает. Там нет, у него отдельный был курс там о генеалогии истины. Это такая истина, у которой нет лжи отдельной, не истинности, да? А дальше с этим фантазмом, это как бы скопище фантазмов, как бы материал. С ним работает вторая душа, интеллектуальная душа, активная душа, первомоторная душа. Он там очень интересно рассматривает из чистилища Данте, целый семинар разбирает, как там в фетус попадает зародыш, то есть интеллектуальная часть, которая делает зародыша человеком, например. Они не синтезируемые, эти две души не синтезируемые. Это проблема. У него эта проблема решается в действии, в воле, в конце концов, у Либерана. У него очень интересный курс, там есть о действии, о баринге, там много чего есть интересного. Они не синтезируются, да. Эти две души у нас, то есть эти три души, они остаются у нас проблемой, и по Аренду видно, как они вообще, у нее проблема. Она на этом умерла, пытаясь создать синтез через волю. А вот можно ли говорить, что интеллектуальная душа, она одна единственная, а чувствующие души — это некоторое многообразие? То есть вот есть моя чувствующая душа, ваша, а есть некоторые... Вот это есть вероятность. Он говорит, да, интеллектуальная душа, она одна. Или, ну то есть это как кантовский трансцендентальный субъект, в принципе, та же самая штука. Нет, да, это все хитрее. Это очень интересно, потому что любимый... Я хотел его поднять, но не смог, потому что любимый... Олегом вопрос имманентизма. Являются они трансцендентализмами? Нет. Эта душа, она имманентна внутри себя. Она внутри себя субстанциональная и внутри себя сама по себе она имманентна. Это другой имманентизм. Нет, но она для себя, а для нас как эмпирически? А для нас это кого? Кто такие нас? Понимаете, здесь возникает масса проблем. Дело в том, что, Эдик, мне кажется, да. Вот тот важный момент, что вот это то, что было вот этой растительной душой у Аристотеля, потом в схоластике становится местом веры. Этим начинает заниматься теология. Поэтому там трансформация происходит в две души, которая одна верит, а другая сознает. Ну, вера теологов и вера философов, да? Но я не очень понимаю, почему растительная душа является предметом веры. Растительная душа... Нет, не она предмет веры, а она трансформируется в схоластике, мне кажется, при определенном... Мне кажется, даже у Делибера это есть, что когда он там разбирает этот парадокс, который какой-то теолог говорит, парадокс по поводу того, что... В том, что в вере своей я не сомневаюсь, но как только я думаю, то я не верю. Эти вещи проблема дубитация, да. Но это не вопрос о растении. Он верит. А мне кажется, что вот эта душа верующая, это фактически то, что ты говоришь про стену. Я верю фантазму, да? Я не соглашусь. Они иначе, по-моему, загружают этот вопрос веры. Для них как будто оскорбительно. Хотя это вопрос... Нет, он же там проходит, там же это своеобразная археология. Когда мы говорим об археологии, то это способ пройти определенный путь от современного понимания субъекта через какие-то точки трансформации формального априори археолога, который Фуку рассматривает. Вот когда формальные критерии меняются. Формальные критерии. И вот он, и вот такая точка, это вот как бы прочтение Аристотеля теологами. Ну, я согласен. И вот во что превращается эта растительная душа у теологов, вопрос. Пожалуй, когда Декарта, как неверующего человека, критикует его противник с точки зрения религии, действительно,
он его критикует с точки зрения гелозаизма. Он фактически как спинист. Да, тогда да, пожалуй, да. Я, пожалуй, соглашусь. Это, ну, это особое преображение растительного. Возможно. Это потому, и, хотя... А у них же больше нет растительной души. Значит, они аристотелевскую вот эту растительную душу преобразовали в душу верующую. Ну да, это Тьер де Шарден потом будет и современный. Ну, это потом, да, который ее акцентирует, потом это. Да, пожалуй, да. Я соглашусь, да. Слушайте, а вы уверены, это какой-то очень сильный тезис. Это да, это я сейчас придумал, Дань. Да, это к этому серьезно не относись. Это заметно. Да, это неплохой тезис. Это импровизация. Он красивый. То есть, когда не испугался очень. История философии рухнула. Что схоласты, они веру поняли как целиком эстетический феномен. Да ну что ты говоришь? Да нет. Ну, такой феномен, как это правильно назвать, касающийся живой материальной природы человеческого тела, а не формы человеческого мышления. Нет, там есть, конечно, у схоластов о мышлении, там огромный корпус работы. Да, в определенных параллелях можно сказать, что против мышления. Мышление приводит... Вера, она целиком принадлежит растительной душе, а не... Ну вот это и то, что я и говорю, а что ты... Нет, просто, ну, вера все-таки, слушай, ну там же вся эта тема со Святым Духом, вера... Слушай, это со Святым Духом, это перихоресис. Это то, что Пирс потом в свои троичные структуры передел. Троица. Движение нет, это до Пирса уже кто только не перейдет. Да, но я и говорю, это у схоластов это все. Нет, ну хорошо, а как мы соотносим Святой Дух и Фьюсис в таком случае? Это вопросы для вечности. Нет, ну а зачем тогда говорить про вот эту схоластическую растущую верующую душу, если мы не собираемся продумывать это вот эти вопросы? Мы должны продумать современное состояние с помощью осколков того, что нам досталось от схоластики. Отлично, мне нравится это. Ну давайте продумаем. У нас фокус прикосновения. Господа, тем не менее, мы уже с вами 2 часа общаемся. Это довольно значительный промежуток времени, и поэтому я хочу спросить, есть ли действительно какие-то комментарии, вопросы к Эдуарду, нашему главному герою сегодня? Не стесняйтесь подавать сигнал и даже говорить напрямую, потому что трудно эти сигналы ловить. Саша Володина, Саша Московская. Что-нибудь хотите ли вы сказать? Видишь? Мне кажется, связь плохая. Да. Господа, какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Ну, микровопрос. На самом деле, я хотела задать примерно тот же вопрос, что и Дани, потому что я плохо знаю о Гройсе. И я просто... Ну, он такой, скорее, уточняющего характера. Потому что мне неизвестно, как вообще осуществился этот переход от концепции Аристотеля к вот этой двойной душе, потому что, ну, насколько я помню, в трактате о душе эти 3 вида души, они как бы устроены как некоторые такие надстройки, что каждая последующая включает в себя предыдущую, и, собственно, человеческая душа, она уже разумная. И как тогда... ну, и эти свойства присоединения, ну, то есть там, насколько я знаю, не имеет места это разделение, что мыслительная способность, она присоединяется к растительной и питательной, к восприятию, движению и так далее, и она, ну, является собой нечто единое. То есть мне просто любопытно, как произошло это разделение, что какая-то душа, воспринимающая это одно, а мыслящая это другое и еще всеобщее. Вот, если можно. Ну, Либера показывает, что это случилось в древности. В древности они уже не могли определить, действительно это стадия единой души, потому что нет текста Аристотеля как такового. У нас есть люди, которые его воспринимают. Александр Афродизийский, который трактует трактат о душе, он уже дает разделение на эти 2 души, например. Уже комментарии, это древние комментарии. То есть
Текст нам дан через некоторые традиции. Нет текста самого по себе. Аристотель считал или Аристотель заблуждался. Один он там приводит смешную речь о том, что вот Аристотель просто ошибался в трактате о душе. Так не может быть. Он строил. Проблема есть, если читать текст. Можно проблему найти, можно ее не найти. Я прослушал лекцию, доклад у вас бывший о чувственной душе. Там вообще проблема интеллектуального, этого интеллекта не ставилась. Там все оставалось фактически внутри. А кто думает, не остается непонятно. Где находится первомотор? Как к первомотору мы переходим от растительной и животной души? Ну, извините, а можно я так уточню просто сейчас вопрос? Насколько, ну, я не то чтобы знаток Аристотеля, поэтому, может быть, я как-то грубо это излагаю, но мне это всегда представлялось примерно так в целом, что интеллехи, ну, что ну, все вещи стремятся к вот этому божественному уму, и интеллехи — это исполнение вот этого максимального возможного для той или того или иного тела или сущности реализации божественного, вот, ну, который уже в разумной душе выражается в мысли. И поэтому как бы мне сложно понять, как вот в контексте именно Аристотеля можно этот вопрос о том, кто мыслит, задать. Вроде бы, ну, у Аристотеля, ну, может, я действительно не разбираюсь, но мне почему-то не казалось, что ну, в тех ориентирах, которые он задает, этот вопрос кажется загадочным. Либера показывает, что у Аристотеля существует 5 разных определений души. В первой, второй, третьей книге. Угу. Во-первых. Во-вторых, во втором году этого трехлетнего цикла он разбирает историю генеалогии истины, как бы политики истины. У Фуко, у Хайдеггера, и потом он переходит к Аристотелю. И вопрос о пассивном и активном, о двух разных, о том, что воспринимает и где нету логоса. Логос как конструкция говорения, как софизмата, в котором мы можем различать модальные логики, строить аналитики, и различать как бы правильное и неверное, он связан с некоторым отдельной способностью, которая отличается от той способности, которая воспринимает стену чувственная, холодная, горячая. Это две разные, как сказать, машинерии. Можно я последнюю попытку еще раз, ты, может быть, заостришь, что я имела в виду в последнем комментарии, что как будто бы вот в этом движении, которое, ну, то есть для растения вот эта питательная способность — это, ну, наивысшее выражение, которое, ну, доступно для этого тела. Ну, это ее питательная способность. И ну, мне казалось, что даже этика Аристотеля связана с примерно этой же парадигмой, что есть вот эти разные образы жизни, и что, ну, этот императив вести человеческий, то есть разумный образ жизни связан как раз тоже с этим, ну, предельной реализацией, вот это доступное для этого сущности выражение божественного. И, ну, и в такой, как бы, и с этой точки зрения задаваться вопросом, кто мыслит, это как будто задаваться, ну, вопросом, а кто питается. То есть мы же, ну, что тут, что это просто разная степень, ну, или приближение к вот этому уму. Вот. Тогда вам придется ответить на вопрос, как связаны между собой первомотор и кризис у Аристотеля, никомаховой этики. Вот вопрос, который возникнет сразу. Потому что дальше будет Фуко, который там с Парессией и со всем прочим делами. Аристотель, стоики. Потому что кризис, он, это же не средневековый человек. Все-таки Аристотель у него, человек, он не приближается к Богу. Уже какой-то вообще средневековый Аристотель. Он живет собой, заботой о себе. И так далее, и так далее. Он взаимодействует, конечно, с первым интеллектом, с первым мотором. Безусловно. Но мне кажется, ощущение мое. Я тоже не специалист по Аристотелю. Мне кажется, мои модификации. Это все вопросы. Знаете, у меня вопросы, я могу тут их перечислять до вечера. Все вопросы, которые у меня возникли к тому, что я говорил. Не так, чтобы я был экспертом и вам рассказывал вот несомненное знание, которое у меня сложилось. Нет, нет, это поле. Огромное поле или железная дорога, там езди где угодно можно. У меня гора книг навалена теперь на эту тему, которую надо читать, думать. Мне он еще насоветовали книг. Спасибо. Думать надо, давайте вместе думать. Ну что? Не прикасайся, да, да, к
Олег, что-то хотел что-то сказать. Нет. Я думаю, мне кажется, уже как-то много всего было сказано. Да, я хочу предложить сказать тебе несколько слов в заключение. Может быть, ты что-то хочешь уточнить, как-то по-другому расставить акценты. Нам невероятно приятно тебя видеть, и мы хотим тебя еще дольше удерживать в наших рядах. Но, тем не менее, у семинара есть свое время, и мне кажется, что какой-то проход мы уже совершили довольно большой. Лен, извини, пожалуйста, там вопрос от Василия висит просто. От Василия висит вопрос? Да. О, я не видел, я прошу прощения. Basil, who is Basil? Чего-чего? Вопрос. Это будет последний вопрос, Эдик, и отвечая на него, ты также можешь сказать свои финальные ремарки. Значит, смотри, Эдуард, можете сказать еще пару слов, как вы трактуете появление двух душ у Фуко? Эдик об этом не говорит. У Фуко нету двух душ. Я не уверен, что у Фуко есть две души. Я не уверен даже, что у него одна есть. Да. Это отдельный вопрос, не знаю. Я поставлен в тупик таким вопросом. У него есть... Да. Да. Ну, просто ты говорил о двух душах и параллельно говорил об археологии Фуко и о герменевтике субъекта, и, возможно, такое наложение произошло. То есть является ли Фуко наследником Аверейской революции? Да. Насколько я себе предполагаю, представляю Фуко описывает вот эту механику дисциплинарной власти, существование которой предполагает наличие трансцендентального субъекта, ну, как бы структурирующего и рационализирующего все это отправление. Это мифология власти, которая пытается... Мифология, это она так работает. Да. То есть власть создает трансцендентального субъекта, бюрократическая власть современного государства, чтобы... Приписать, что он есть. Не то, что она приписает, она процедурно себя реализует через это. Это не то, что какая-то вот там идеологическая фикция, это методологическая фикция. Ну, это как, знаете, как анекдот про еврея. Пришел, знаете, да, знаменитый анекдот. Когда еврей отправил мальчика в протестантскую школу своего сына, он уже никакой не практикант, вот, и его сын в первый день приходит и говорит: я знаю, почему наш колледж называется Тринити, потому что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Отец его хватает за плечи и говорит: запомни, Бог один, и мы в него не верим. Ну что, Эдик, все-таки несколько слов, может быть, кроме этих. Я хочу тебя поблагодарить. Я этого не сказал, надо было сказать вначале. Большое спасибо. Вот я очень рад поучаствовать в вашем семинаре. И надеюсь, что мы еще встретимся не раз. Подождите, у Джонатана еще, я читаю просто вопрос Джонатана, уточняющий вопрос. Вот что такое касание в связи с гиппократическим пониманием тела? Да, Эдик, перед тем, как ты начнешь отвечать на этот вопрос, я зачитаю два слова. Дорогие друзья, у нас начинается свое занятие в Zoom. Очень рады вас слышать и видеть. Обнимаем Ира и Сергей. Это тебе привет из Харькова, от Жеребкиных. Тебя слушали. Да, которые были сегодня и слушали тебя. Так что, Эдик, последнее слово, да. И мы расходимся по домам. На эту тему мне нечего сказать, если честно. Я бы с интересом послушал ответ на вопрос, как у Гиппократа реализуется касание. И вообще, политическая теология касания, ты же нам обещала номер, я надеялся, что я говорю, а дальше будет номер у нас про касание, а выясняется, что у нас номер вообще про концепты. Нет. У нас номер... Про разного типа контактности. Нет. У нас номер будет словарь понятий. Вот так мы... У меня сейчас нет под рукой этого списка, но список уже не то чтобы сформировался, но принял какой-то более-менее четкий вид. И там будут разные понятия, очень разные. Вот, между прочим, Дания Рансону, который меня не слушает, я предлагаю вместо кризиса катастрофа. Я уже не написал. Да, имея в виду греческую этимологию этого слова, переворачивание и... Потом, между прочим, денумо, это вот 16 век, это развязка и так далее. Всякие там трансформации этого слова, вплоть до экологической катастрофы. Но это апропо. Ты хочешь сказать малый словарь непереводимости, что ли? Да. Как у Барвары Кассен. Это метки,
изменяющегося состояния мира, чему дает выражение пандемии. Не обязательно то, что будет после пандемии. Это, мне не нравится эта идея, что изменится после пандемии. Я думаю, между прочим, может быть, не так много чего изменится, но это отдельная тема. Может быть, мы вернемся... то, что уже изменилось. Да, может быть, мы вернемся к нашему миру достаточно быстро и достаточно безболезненно. Но тут есть экономические проблемы. Есть очень интересная тема нефти, которая меня волнует больше всего, пожалуй. Немножко больше касания. Потому я, что бы нефть... сказал, я бы сказал, да. Нефть нас не касается. Нас напрямую не касается, да. Но, тем не менее, она перестает быть исключительным товаром, который имеет исключительное политическое значение. Но это отдельный сюжет, который может быть развит. Так вот, это словарь самых разных понятий. Конечно, в нем есть касание, конечно, в нем есть дистанция, конечно, в нем есть вещи, о которых ты сегодня напрямую говорил, но в нем есть и более далекие вещи, хотя связанные с этим. Например, в нем есть демократия. Вот у меня есть такая заявка. Например, в нем есть интерфейс. Сегодня говорили о том, что iPhone заменяет нам душу. Там есть очень разные точки, от которых можно отталкиваться для описания современного мира. И, между прочим, у нас сегодня была здесь Лера, я не знаю, ушла она или нет, которая через минимализм собирается связать современную эстетику и медицину. Минимализм — условное понятие, это не понятие. Нет. Это не обязательно понятие, вот когда они говорят в философском смысле. Это метки тех изменений, свидетелями которых мы сегодня являемся. Так что проект вот такой имеет примерно вид. Мы делаем с вами глоссарий, господа. И, конечно, вы можете писать свободные эссе, к этому я вас приглашаю. Но вот это, собственно, ради чего все затевалось. Так что, Эдик, все очень вовремя, все очень на тему. И ты нам дал необыкновенный импульс, за что я хочу тебя поблагодарить. Причем не от себя лично, как было принято в советское время, а от имени всех участников проекта. Спасибо большое. Тебе спасибо. Вот. Слушай, ну тебя никогда не собрался этого всего собрать. Свои... Ну как вот там положено надо... в аудиториях? Надо похлопать. Да. Давайте похлопаем. Тут есть особый способ хлопать. Как, ну, тут есть внизу реакции, и можно поставить аплодисменты. Мы еще не... Вот реакции, да-да, вот. А где реакции? Реакции. Реакциум. Да, ты сам себе похлопай. Да. Ну что, замечательно. Еще раз большое спасибо. У нас будет запись. Это для тех, кто хочет уточнить какие-то моменты, а главным образом для тех, кто не успел прослушать сегодняшний семинар. Спасибо большое. Эдик, наша любовь. Надеюсь, мы увидимся в недалеком будущем. Да. Увидимся. Спасибо большое. Спасибо друг другу. Пока-пока. Пока. До свидания. До свидания. А Нигина опять лежит на бревенчатом полу. Сейчас, одну секунду, для вас я даже усилю это впечатление, что я лежу на полу. Так, как это? Блин, почему-то не получается. Что важно, и так хорошо.